16-канальный IP-регистратор с поддержкой разрешений до 4К. Сегодня на распаковке сетевой видеорегистратор для систем видеонаблюдения HiWatch DSN 316/2. Поставляется устройство в фирменной упаковке. В комплект поставки помимо видеорегистратора входит все необходимое для подключения. Кабель с блоком питания, кабели питания и шлифы для подключения двух жестких дисков, кабель LAN, USB-мышь, болты и крепежи для фиксации, а также инструкция и диск с ПО. Модель выполнена в компактном двухдисковом форм-факторе с классическим черным пластиковым корпусом и перфорацией для вентиляции. На лицевой панели видим светодиодные индикаторы активности и USB для подключения носителей. На задней панели размещен выключатель питания. Здесь же находится разъем LAN для подключения к локальной сети, аудио вход и выход, разъемы HDMI, VGA, USB, а также разъемы для подключения провода питания и заземления. Разъемы для прямого подключения IP-камер не предусмотрены. Потребуется соединение через сетевой коммутатор. Отличительной особенностью данной модели является возможность подключения до 16 каналов с записью разрешения до 8 мегапикселей и вывод видео с разрешением до 4К. Устройство имеет 4 тревожных входа и один выход для дополнительных охранных модулей. Для хранения и записи данных могут быть применены 2 жестких диска до 8 терабайт каждый. Что в итоге? Видеорегистратор HiWatch DSN 3 16/2 подойдет для организации системы наблюдения в большом доме, коттедже или на коммерческом объекте. Устройство весьма универсально, легко обслуживается и не вызывает сложностей в установке и эксплуатации.